Чите парашютист-экстремал в полете зацепился за провода и рухнул на землю 7-метровой высоты. Очевидцы сообщают, что мужчину внезапно занесло, а потом парашют сложился. Момент попал на камеру видеорегистратора. Без травм не обошлось. При падении мужчина переломал себе ребра, ключицу и кости таза. Даже повредил позвоночник. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в реанимацию местной клинической больницы. Состояние парашютиста-экстремала врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Он не в коме, он в сознании. Вчера он уже общался с родственниками по телефону. Когда приехала скорая, он также был в сознании. Сегодня вечером, я думаю, можно будет уже его навестить. Врачи говорят, что все будет хорошо, только нужно очень долгое время на реабилитацию. То есть около месяца он проведет в больнице на вытяжке. Покой, покой, только покой и восстановление. Но организм сильный, все надеются, что все будет нормально. Ну, конечно, врачи подбадривают, родственники, друзья все подбадривают, все очень надеются, что все будет хорошо. Выяснилось, что в свободное от работы время 33-летний житель Читы Сергей Кургускин занимался экстремальными видами спорта. Особенно увлекался прыжками с парашютом. В воскресенье он спрыгнул с самого высокого здания в Забайкалье. Но вот что интересно, мужчина – профессиональный спасатель с опытом службы ВДВ. Он майор в одном из подразделений местного МЧС.